Всем здравствуйте. Видео прежде всего снимаю сам для себя, потому что каждый раз успел искать где-то материал по замене фильтров. Так, один раз сохраню и буду пользоваться все время. Если кому-то будет полезно, что ж, я рад. Имею вот такой фильтр обратного осмоса Aquaphor DVM-102S Black Edition, но это, в принципе, то же самое, что DVM-101S. Разница у них только в производительности, этот немножко быстрее воду набирает. Сегодня мне необходимо заменить все 4 модуля, потому что я их очень давно уже не менял. Но на одном видео попробую записать сразу замену разных вариантов. Тут можно менять либо два вот этих первых модуля, это делается раз в полгода приблизительно. Можно менять также вот этот модуль меняется один раз в год, и мембранный фильтр с этой стороны, он меняется один раз в два года, насколько я помню, но примерно как-то так, в общем, в инструкции более подробно написано. Для того, чтобы мне приступить к замене модулей, прежде всего необходимо отключить кран подачи воды. Чистый вот этот, и сбросить отсюда давление. Для замены нам понадобятся вот эти вот заглушки, точнее говоря, одна заглушка только на мембранный фильтр. Так, первый вариант замены — это замена фильтров К2 и К5, он, по-моему. Да, вот эти первые два фильтра. Так, вот К2, К5. Для их замены необходимо самое минимальное количество действий. Первое — это извлечь старый фильтр. На время замены и первой прочистки фильтра необходимо поменять местами. То есть вместо К2 сюда поставить К5, вместо К5 поставить К2, соответственно. Тоже, что ли? А, да. На время промывки вот этих двух новых фильтров необходимо снять мембранный. Мембранный фильтр. На его место, как я уже говорил, необходимо установить заглушку. В инструкции на официальном сайте Aquaphor написано, что вместо него, если нету заглушки, можно поставить старый фильтр К2. Но это все, скажем так, неправда, потому что, обратите внимание, на фильтре К2 нету резинового уплотнителя, но он есть на заглушке. Я один раз попробовал сделать так, как это написано в инструкции, и у меня здесь было все в воде, поэтому лично я не рекомендую таким путем идти. Есть. И для его промывки нам необходимо... Ну, во-первых, открыть кран подачи воды, который мы только что перекрывали. Убедиться, что нигде ничего не течет. И включить холодную водичку с тонкой струйкой. Струйка для промывки новых фильтров должна быть максимально тонкая, прям нитевидная, как пишут на официальном сайте. Фокусируется не совсем там, где хотелось бы, конечно, но вот так, например. Но я думаю, что это минимальная толщина струи. 10 минут промываем такой тоненькой струйкой, потом закрываем кран для чистой воды, даем набраться полностью бак. И такой же тоненькой струйкой еще на полчаса нужно будет
открыть воду, чтобы он полностью промыл все фильтры. После этого прикрываем воду, перекрываем кран внизу, меняем фильтры местами вот эти вот два, ставим на место старый мембранный фильтр, все закрываем, сворачиваем, пользуемся. Это первая часть замены, меняем только два фильтра. Так, вариант замены трех фильтров. Итак, мы поменяли вот эти два фильтра, поставили их наоборот, поменяли заглушку. Следующим действием нам нужно снять фильтр К7 или у кого-то К7М, как у меня, например. На его место, соответственно, мы ставим новый фильтр. Конечно, подлезать каждый раз не очень удобно. Так, все, эти два стоят, этот поменяли, здесь заглушка, эти перепутаны местами намеренно. Выполняем все те же самые действия. Открываем кран подачи чистой воды, вон тот, точнее. Настраиваем в нем тоненькую струйку, даем протечь 10 минут, даем время, чтобы наполнился бак. Еще раз открываем вот этот кран на полчаса уже. Перекрываем кран, даем наполниться водой, меняем эти два фильтра местами, ставим мембранный. Радуемся жизни. Мембранный старый пока что. Так, ну что, я фильтровать. Для тех случаев, когда мы меняем только три картриджа, сейчас нам нужно будет вставить сюда старый фильтр КО-100С. И на этом замена заканчивается. Ну а в тех случаях, когда меняются все четыре модуля, мы берем новый КО-100С. И вставляем его на свое место, меняем эти два местами, потому что они уже промылись. И нам необходимо будет промыть вот этот вот мембранный фильтр. Для его промывки нам нужно будет полностью слить воду из фильтра, дать ей заполниться, провести такую процедуру три раза, после чего фильтром можно пользоваться. На этом как бы все. Я сейчас быстренько все поменяю, и всем успехов!